Подъем, подъем. Значит так, комнату убрать и только потом спускаешься, ясно? Это единственный мир, который она знала. А теперь широко улыбаемся, семейство Туи. Налетай. Все говорим маме спасибо за покупки. Спасибо, мам. Спасибо. Это единственный мир, который был знаком ему. Он успел пройти через 7 школ, плюс пробил в 1,5 года в 10-летнем возрасте, когда он не учился вообще. Обычно детей с таким прошлым мы на пушечный выстрел к подобным школам не подпускаем. Ребята, это ваш новый одноклассник Майк Ойер. Помогите ему почувствовать себя как дома. Привет. Ты улыбайся, так они поймут, что ты друг. Кстати, я Шон. Кто это, милая? Большой Майк. Почему он в футболке? Температура почти минус. Тебе есть где переночевать? Не смей врать. Идем. Может, зря я это сделала? Ерунда, всего-то на одну ночь. Ведь на одну, да, милая? Вот, пока не придумаем, где тебя разместить. Это все мне? Так точно. У меня никогда ее не было. Своей комнаты? Кровати. Фильм основан на реальной истории. Вы, конечно, молодец и все такое, но не удивляйтесь, если однажды утром он исчезнет. Майкла видели? Вчера вечером. Найдешь, напомни ему, чьи в лесу шишки. Угрожаешь моему сыну, угрожаешь мне. Майкла готовы принять в футбольную команду, начиная с марта. Команда, твоя семья, Майк. Смотришь на него, видишь меня. И защищаешь меня. Ты защитишь семью, Майк? Так точно. Совсем другое дело. Что за здоровец сидит с твоим мелким? Старший брат. По-моему, ты просто молодец. Сандра Буллок. Ты изменила его жизнь. Нет. Он изменил мою. Невидимая сторона. Скоро в кинотеатрах.